Привет всем любителям шахмат! Сегодня на уроке у нас интересная тактика. В Испании сейчас проходит заключительный этап Гран-при Фиде. И в одном из туров норвежский гроссмейстер Хаммер играл против Свидлера. В этой позиции ход черных. Как мы видим, позиция крайне динамичная. У черных две проходные пешки, но белые фигуры атакуют черного короля, причем достаточно серьезно, и медлить черным нельзя. Подумайте, как бы здесь вы сыграли. Можете нажать на паузу. Ну а кто хочет насладиться красивой идеей, все внимание на экран. Да, все правильно, если черные здесь промедлят, последует ладья g7, и черным тяжело будет выиграть партию, поэтому играть нужно очень активно. И они демонстрируют отличную идею. Конь g4. Данный конь идет по 3 боя. Ферзь может съесть ладья, ну, еще могла бы съесть пешка, но здесь по главной диагонали связка. Вот такая вот красивейшая идея, и у черных здесь все хорошо. Ну давайте рассмотрим несколько идей. Во-первых, если возьмет ферзь, тогда идея мата сохранилась, но теперь ход черных, и они успевают забрать вражеского слона, подкрепить пункт g7. Ну, то есть атака теперь закончена, но опасные пешки остались. Например, cd, e1 ферзь, но здесь просто у черных ладья, выменивают они все и легко выигрывают партию. Ну что, можно теперь на g4 взять ладьей. Ну здесь ослабляется у нас первая линия, поэтому e1 ферзь. Это двойной удар, ладья g1, ну и здесь можно просто позволить себе ход d2. Ну и на взять слон g7, даже пожертвовать еще и ферзя. Ферзь бьет f3, затаскиваем мы сюда ферзя, иначе здесь белые просто грозили мат в один ход. Ну, такое красивое отвлечение. Ну и просто dc ставим и второго ферзя. Теперь всякие отскоки типа слон g5 ничем нам не грозят. Ну, просто взяли с матом. Ну такая вот красивая тактика. Ну и еще на конь на g4 можно теперь не брать, но попробуйте взять на g7 все-таки. Как-то грозить мат в один ход, как-то играть на связку. Но здесь находится очень легкий ход, это конь f2, вот такая симпатичная вилка. Ну и король вынужден вставать перед ладьей. Теперь слон g2, засада нам не страшна, просто конь h3 и лишний ферзь у черных, и никаких проблем. Ну что ж, спасибо всем за внимание, оставайтесь с нами на одной волне, и совсем скоро новое видео. Пока-пока!